Всем привет, это Roblox Tower Defense. Попробуем мега-сервер, попробуем пройти, посмотреть, как что будет. Получится ли, не получится. Давайте ставим вот так вот. Опа, а здесь оказывается человек. Обычного солдата поставил. Вот эти вот два профессионала. Да, это, конечно... Очень плохо, очень. Ну ладно, ничего, будем дальше с вами смотреть, как получится у нас поиграть. Ну-ка. Да-да-да, очень плохо, но ничего. Один ругается. Похоже. Пока ферма у нас с вами есть одна, это хорошо. А еще кто-то ферму ставит или нет? Не, нормально, лучник. Стреляет. Так, что у нас с вами дальше? Пока стреляет лучник, все вроде бы нормально. Нажимаем вот так. Давайте, наверное, машину сделаем. Хотя... Вот так можно сделать. Давайте сделаем вот так вот. Машина, все нормально. Здесь стреляет лучник, солдат. Все вроде более-менее. Но что-то какие-то такие планы не особо у нас хорошие. Так, давайте еще одну вот так вот сделаем. Фарм. Все отлично. И давайте еще, наверное, вот так вот все-таки машину запустим первую. Потому что машина уже нужна. Смотрите. Лучник, база, все нормально. Следующую волну нет, не будем делать. Вот так еще качаем. Поехали. Пока отлично, пока хорошо. О, смотрите. Ну-ка, а лучник как? Он же стреляет сразу по всем, по-моему, как я понимаю. Ну-ка. Ну, как-то непонятно, он стреляет. Ладно, две машины, я надеюсь, хватит. Еще немножко, здесь 25, хотя нет, не хватит, смотрите. Надо еще как минимум две машины. Они там о чем-то общаются. Так, ну ладно, хорошо, одна машина выйдет, это уже супер. Давайте, наверное, вот так вот ферму, еще одну, последнюю. И вот так вот сразу, оп, 60. Моя машина следующая, чтобы плюс 60 пошла, это уже будет хорошо. Правильно? Смотрите, третий уровень лучник, ничего себе. Давайте, ладно, уберем это все дело. Нормально, пока играется, пока все хорошо, это сложный уровень. Сейчас посмотрим, как мы с вами его пройдем. Эй, парни, привет! Как у вас дела? Все хорошо? Какой-то ты грустный стоишь. Смотрите как. О, нормально, лучник, видели как? Бам! Нормально. Сразу несколько, похоже, стреляют. Хорошо. Оп, я забыл прокачать вот так вот. И вот эту можно... Хотя нет, эту прокачивать не буду. Сразу 1000 прокачаю. О, здесь уже босс вышел. Смотрите-ка. Опа. Нормально, лучник. Бам! Сразу по всем, видели? Хорошо. Ну-ка. Бам! О, 60. Отлично, смотрите, хорошо. Лучник не достает. Нормально. Вот здесь вот можно, смотрите. 1000 плюс. Хорошо. Это пока вообще отлично. Пока идем. Смотрите. Стреляют обычными. Ну-ка, так, это пока новичок. Один, смотрите, вот этот профессионал поставил лучника, а этот поставил... Ой-ой-ой, я забыл. Я забыл вот это все вообще прокачать. Давайте тогда вот так, так. И сразу вот так.
все хорошо. Давайте вот так будем с вами бегать. Нормально. Этого валим, все отлично. Все хорошо. Вот здесь вот. Плюс 500 и плюс 1000. Так, кто там? Там невидимки идут или нет? Да, там невидимки. Ой-ой-ой. Надо нам, значит, от невидимок... А, хотя, смотрите, подождите. 60. Пока нормально. Лучник видит невидимо, главное. А, все вообще хорошо. Видите, как супер. Получается, я могу вот так сделать. Все, вообще круто. Смотрите, так. Давайте, наверное, поставим пока еще одну последнюю. И дальше уже пойдут у нас с вами... Хотя можно машину тоже поставить. Давайте сразу машину поставим, пусть она едет. Тоже неплохо будет. Это здесь что у нас? Нормально, пока хорошо. Что, все следующую жмут ЕС? Давайте тоже ЕС тогда нажмем. Все нормально, машины сейчас задают, все хорошо. Теперь смотрите, можно сделать вот так вот. Вот так, раз. И еще немножечко бы, но пока чуть-чуть не хватило до второго уровня. Может быть сейчас хватит. Нет, немножко не хватает. Давай-давай, осталось чуть-чуть. 100 осталось, осталось всего лишь 100. Вот так точно хватит, все отлично. Все супер. Мини-ганнер есть, вообще хорошо. Стрелять будет супер. Все, пока нормально идем. Пока вроде неплохо, 16-я волна, все хорошо. Этого тоже сейчас завалим. Теперь давайте-ка, наверное, начнем одну хотя бы ферму прокачаем. Вот так, 2500. Уже чтобы было получше, правильно? Лучник 4 уровня также все. Пока все отлично. Ну-ка, если получится сразу, не хватит немножко. Давайте подождем, как справляться будем. Если будем хорошо справляться, то сразу прокачаем на 5000 и все. Или, если справляться не будем, тогда я плюс 1500 сделаю. О, отлично. Смотрите. Супер. Вертолет. Тогда хватит. Тогда сейчас прокачаем. Ай, чуть-чуть не хватило. Как обидно. Смотрите, чуть-чуть нам денег не хватило. Ну ладно, прокачиваем. Первую хотя бы вот так. Уже хорошо. Можно, кстати, поставить. Давайте сразу, наверное, вот сюда поставим. Можно даже вот сюда поставить. Вот так вот. Командира. Правильно. Командира поставим, уже хорошо. Так, это мы легко с вами все проходим. Так, здесь у нас ничего не будет. Нет, пока все нормально. Мы с вами идем пока неплохо. Так, вот здесь вот. Это кто так стреляет? А, это вот такой автоматчик. Ну, в принципе, нормально, смотрите. Давайте-ка я, наверное, сделаю вот так. Вот сюда, ну. Вот так вот сделаем с вами. Вот так. И вот так. Чтобы наверняка. Все, отлично. Пока все хорошо. Можно и вот так еще, смотрите, чтобы уж точно вот так вот можно забустить. Все хорошо. А, у нас вот эти прошли, я даже не заметил их. Это очень плохо. Давай-давай, быстрее, хоть что-нибудь. Давай, машинка, выезжай. Есть, отлично, хорошо, все, справились, супер. Кое-как, но мы с вами справились. Все хорошо. О, блин. Надо машин побольше, наверное, ставить. Это что-то как-то здесь не особо удачно все. Или еще можно миниганнеров, в принципе, поставить тоже. Давайте-ка миниганнер вот сюда поставим еще одного. Чтобы наверняка. Вот так. И вот так. Все, супер. А вот теперь видели, кто идет. Теперь идет мега-босс. Сейчас мы посмотрим, как мы вообще его валить будем.
Бустим. Бустим, бустим, давай, давай, давай. О, что-то как-то у меня совсем много, видели? Вот так вот делаем еще. Нажимаем, ну давайте на ЕС, раз они хотят, давайте на ЕС, потому что... Ну тогда с вами сейчас сделаем вот так, еще две машины пустим. Еще вот так машину. Можно сразу вот так. Третий уровень, чтобы она пошла. А буст получится? Нет, сейчас посмотрим. Смотрите, мы сейчас запустим вот на этого чувака, который здесь пойдет. Получится, нет? Или сейчас увидим, смотрите. Поехали, все. Бустим вот так хотя бы. Пока нормально. С этим же справимся мы, да? Да, с этим справимся, должны, по крайней мере. Вот, отлично, рейнджер. Кстати, можно тоже рейнджера уже поставить. Потому что что-то уже как-то совсем тяжело. Так, а если я, смотрите, вот сюда вот поставлю вот этого чувака. Вот так, наверное, чтобы он бустил рейнджеров. Правильно, нет, давайте чуть-чуть подождем. Сейчас тоже рейнджера поставим. Давайте ставим тоже рейнджера. Вот так вот. И бустим. Бустим. Валим вот этих. Я не знаю, получится, нет. Да, что-то как-то совсем тяжело. Вот так машина может выйдет. Не, ничего не получается, смотрите. Так точно не получится, 100%. Проигрыш. Все, парни, это поражение. А, нет, мы как-то прошли, что ли, серьезно? А, ну все равно, да, в любом случае это поражение. Это поражение? Да, это самая плохая игра. 24-я волна всего лишь. Полный ужас. Но все равно, чтобы у нас получалось с вами вместе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.